Привет, меня зовут Даша, это мой влог. А это... Блин, где? Короче, переключил. Не переключил. Ладно, попробую. Да, вот это. А это наш ЗАГС. Ну, конечно, не парадная его часть, а административная. Почему тебе это показываю? Я сегодня уволилась. Да, я написала заявление на увольнение. Официально. Ну, с 1 апреля. Шикарная шутка, зацени. Да. Но я обязана буду отработать еще 2 недели, конечно же. Что-то жалко, могла бы меня сразу отпустить. Все-таки не 2 дня там работаю. Да, и через 2 недели я стану официально безработной. И я решила тебе сообщить эту мою жизненную такую новость о моей жизни. Пусть весь мир Ютуба знает, что в России одной безработной стало меньше по ее собственному при том желанию. Уволилась я в никуда, в пустоту. Но очень хотелось бы работать в какой-нибудь офисной крыше и где-нибудь в архиве, где буду только я, компьютер, мои бумажки. Да, и не надо будет никуда ездить, не надо будет никуда ездить. Я буду сидеть весь день в офисе и выходить только, пардон, в уборную. Это были все новости моей жизни. Пока!